Батюшка, подскажите ваше отношение к аборту? Ну, конечно же, прежде всего жалость к тем, которые так или иначе к этому пришли, к положению вещей. Дело в том, что любое убийство, оно, конечно же, убивает и душу того человека, который его совершает. А уж тем более матери своего ребенка. И, конечно же, жалость к таким матерям, не осознающим, что они делают, она здесь вот единственное чувство у меня вызывающее. Но сам грех достаточно тяжелый, и его, конечно же, надо в любом случае матери читать канон мученику Уару, читаемый в течение хотя бы 40 дней, который даст возможность душе материнской все-таки хоть как-то почувствовать благодать Божию, соприкоснуться с ней в покаянии. И аборт, он, хотя в миру и говорят, что еще неосознанно, так сказать, это всего лишь плод, и там нет еще человеческих, как бы, качеств и реакций. Но все это, конечно, обман, и сегодняшняя техника позволяет даже видеть, как реагирует младенчик внутри утробы матери на то, что происходит в момент аборта, как он пытается закрыться, как он пытается отдалиться от этого, так сказать, действия. И это, конечно, ужасно. Эти кадры, они просто, вот, сердце кровью обливается. Поэтому всем, кто даже мысль такую допускает в своей голове, всем советую ни в коем случае по этому пути не идти. Это такая тяжесть, которая создаст вам внутреннюю рану на многие-многие годы.